Осенью 2020 года исполнилось 100 лет со дня открытия Рославского историко-художественного музея. К юбилейной дате были подготовлены и новые экспозиции, одна из которых – выставка самоваров. Музейная коллекция насчитывает около 70 предметов, а на выставке показано 30 наиболее интересных по форме, размерам и назначению. На выставке представлены самовары различной формы. Самовар-кастрюля, в форме кастрюли, рюмка, самовар-ваза, самовар-банка, это наиболее распространенная форма, в форме шара, в форме дули или груши, так еще говорили. Некоторые из них были обнаружены в послевоенное время в ходе этнографических поездок по Рославскому району, а часть самоваров была приобретена у местных жителей. В коллекции представлены изделия конца 19-го – начала 20 века. В то время самовар был олицетворением домашнего достатка, семейного уюта и благополучия. Достойное место на выставке занимает и современный самовар, напоминая о уже немножко забытых, но таких приятных русских традициях, которые воспевались не только в пословицах и поговорках русского народа, но и в произведениях наших великих русских поэтов, писателей. Выставка «Его Величество Самовар» открыта в Рославском историко-художественном музее до начала марта.